Дорогие подписчики нашего канала, мы сейчас находимся на выставке Дайшоу 2020. И вот руководство компании TZIP любезно предложило нам сделать этот небольшой обзор по их продукции, которая в ассортименте представлена на выставке в Москве. Значит, многим нашим подписчикам уже известна эта продукция. Это герметичные молнии различного назначения для сухих и полусухих гидрокостюмов. Как мы видим, здесь представлены все модели. Значит, здесь это модели Master Seal, достаточно в широкой цветовой гамме. Здесь же также представлен Master Seal 6, тоже известный как замок для спортивных и других, так скажем, изделий. И здесь же представлен Water Seal, то есть это тот же самый герметичный замок, похожий на Super Seal, но более, так скажем, мягкого и более, так скажем, сухого предназначения. Значит, что касается молний или герметичных застежек, они могут представляться в разных типах. Ширина молнии здесь зубчиков, сделанных из микрофиламента, порядка 10 мм. Вот, специальная полиуретановая обложка со специальным прокрытием, за предохраняющее покрытие от воздействия ультрафиолета. Пулеры могут быть различных моделей. Точно так же сами слайдеры могут быть металлическими, либо пластиковыми. Точно так же слайдеры могут быть рассчитаны на различные усилия открытия и закрытия. Вот. Сама молния наиболее, так скажем, мощная в этой линейке. Это Super Seal. Вот. Помимо того, что здесь есть те же самые зубчики с микрофиламентами, здесь молния также закрывается специальными губками, что улучшает качество герметизации и предохраняет сами зубчики молнии от повреждений. Вот такая вот полностью линеечка представлена. Вот. У компании есть сайт TZIP. Вот, заходите, смотрите, интересуйтесь. Очень интересная, полезная продукция. Также на сайте есть гидрокостюмы и примеры того, как молнии применяются. Здесь может быть шорты, водозащитная одежда, различные сумки, а также предметы отдыха на воде. Вот такой вот сайт, вот такая вот выставка. Анна, спасибо вам большое. Всего доброго. Заходите на сайт TZIP.